soll ich Ihnen Musik anmachen? Viele Leute hören dann bei der behandelten Musik. Ja, das wäre schön. Das würde helfen. Können Sie das hören? Ja. Babelstern. Ich sitze noch hier heute, hör die Glocken läuten. So, machen Sie bitte den Mund auf. Wie gefällt Ihnen die Musik von Karl Gott? Sie hat für ein Leben nie klein beigegeben. Einer nur war stärker noch als sie. Oh, вот это Людочка, да. Здравствуй. Ух ты! Карел мне ближе. И ближе всех. Ближе Битлз. И ближе Дин Рида. И Бисера Кирова. В общем, он мне всегда нравился больше всех. Он для меня родной человек. Был и остается. Потому что даже редко близкие люди так могут помогать, как его голос, его песни, его тепло душевное, которое видно даже через экран. Совсем забила нас, не помнит нас. Пусть где-то молча в ночи бредет она одна, но поверь, если в сердце зазвенит весна, вновь любовь вспомнит нас и придет сюда навсегда, навсегда, навсегда. Народный артист России Вадим Ананьев. Я скажу тебе сегодня слова, от которых закружится голова. Я берег их для тебя и теперь скажу, любя, те слова, те слова. Когда я первый раз услышал, для меня это было такое какое-то волшебство, которое заполняет все пространство. Вот, и мне захотелось узнать, кто же это поет. Это музыка. Это исцеляет душу человека. Как этот шаман начинает пить бубен и начинает петь шаманский гимн. Yeah.